Согласно распоряжению губернатора, в муниципалитетах сохраняются ограничительные меры. Несмотря на ряд послаблений, это прогулки в парках, скверах и площадях, за исключением мест отдыха у воды, жителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и не находиться долго в одном месте, даже на улице. Для горожан запуск фонтанов сродни маленькому празднику. Они создают особую атмосферу, а потому здесь всегда многолюдно. Но даже несмотря на жаркую погоду, чаши по-прежнему законсервированы. Включение фонтанов отложено на неопределенный срок.